Бомбочкой. Бомбочкой, да. Но это у нас получается не гробница здесь. Какая-то пещера, в которую нас не пустили. Сплыть можно это там или нет? Наверное, нет. Ну, надо было хоть глянуть, что там. Ну, глюк там какой-то явно же. Ага. Мне кажется, что глюк. Ну-ка, свет включай. Надеюсь, нападать не будут. Надейся. Все, что ли? Я что-то не поняла. Я тоже чего-то не понял. Где-то что-то пропустили? Не понял. Не, стоп, ну как так? Ну, пещера просто. Нет, ну тут даже ничего нет. Ну, суровая реальность. Не во всех пещерах что-то есть. Тут, может быть, есть какой-то тайник, просто мы его не видим. Может быть. Но у меня геймпад не вибрирует. Ладно, пошли отсюда. Возможно, тут руда какая-то редкая, но я ее собрать не могу. Да вряд ли она такая прям... ну, то есть, сделана смешанная, что и редкая, и нередкая. Вроде влево-вправо никуда нельзя было. Нельзя. Отвернуть. Сейчас попробую здесь всплыть. Нет, она не всплывает. Не хочет. Ага. Очень странно. Вот вам и пещера называется. Ладно. Ну, зато убедились, посмотрели, что там ничего нет. О, гробница. Не-не-не, здесь мы были. А, мы тут были. Точно. Нам теперь надо... О, документ прямо перед нами. Нет, мы его не можем взять. Это тот самый наверху. Нам надо вот сюда, к монолиту подойти. А вон еще гробница. А вот где эта гробница? А, знаю, где эта гробница. Или не знаю. Ну, знаю, знаю, да. Сейчас. Пойдем к монолиту. Вот сюда нам надо как-то пешком дойти или портнуться. Да, наверное, пешком проще. Я более-менее здесь ориентируюсь сейчас. Только на водопадах путаюсь, да? На водопадах, да. А, надо было забрать перья. Сдавайся. Здесь мы были. А, спуститься... О, кстати. Стой. Ага. Забавно. Поохотиться надо бы еще. Здесь-то мы все собрали. Да вроде все. Гробница прям вот рядом где-то вот слева, да? Но она наверху. Точнее, вот оно, это место. Ага. Не наверху. Вот они, видишь, предупреждение. Ага. Нам туда. Я хочу сначала до монолита добежать. Угу. Потому что он нам откроет всякие дополнительные штуки. Монетки, ну, там, да, и да, так далее. Тайники. Воду нельзя пить, пока мы не вытащим трупы из реки. Привет. Остаются старые цистерны. Если троице удастся преградить нам путь, к ним будут неприятности. Приветствую. Привет, привет. Где там булькало? Вот справа. Она выпрашивала. Потаскай меня. Вот хочу быть птицей. Летной. А зачем я бутылку взял? Ну ладно. Незаметненько так
откинул ее в сторону. Никто ничего не видел. Мы там были? Там тетка? Были. Не, тетка справа. Вот он, монолит. А, да, тетка вон там. А может, мы там не были? Надо залезть, посмотреть. Так, посмотрим. Не помню что-то этого Если места. Если этот знак указывает на полярную звезду, а этот на горы, то... Тайники. Угу. Не помню, чтобы мы здесь лазили. Ну, или мало лазили. Ли, что ты не помнишь. Вон там, с той стороны могли зайти спокойно. Вон. А эта дорога не случайно? Да, это туда дорога. Не случайно. Не случайно, да. Мы не пойдем. Мы в гробницу. Там тоже, конечно, надо полазить еще. Да тут и тайники нужно собрать аварийные, и все, он пооткрывался. Ой! Извините. Самое обидное, что я с них даже не могу ничего получить. Никто ничего не видел. У вас там две курицы. Померли это... сами. От инфаркта. От старости. Да. А здесь нам тоже что-то не давало пройти. Сейчас разберемся, что... Понятно. Перепрыгнуть не могли. Ясно. О. Сразу лагерь. Там навык? А, нет. Налево? А, это все налево, ясно. Рюкзачок. Ого, нет, падать сюда не надо. Сейчас покатимся. Угу. С ветерком. О, там надо зацепиться. Есть. Ого. Это обратно, я так понимаю. Угу. Ага. Ай-яй-яй. Вы чего? Не надо. Шкура хорошая. Вот это она прокатилась. А потом будешь опять спрашивать, что это такая грязная? Это выход наверх, да? Да, я думаю, это обратно. А что это, руда такая, да? Руда такая. Повыше подними. Убери с этот... Он, видишь, сверкает как. Да не, мне кажется, это освещение. Так, ну, отрабатывает как-то. А ну прям смотри, волнами, вон, смотри. Ну да.
Да-да-да, металл какой-то похож. Может быть, как раз тот самый металл, который редкий, или какой-то там. Не думаю, что он в гробнице прям. Хотя все. Тебе нужно-то быть. Там всего 10 штук или сколько там слитков-то? Не знаю, много. Постройки хитрые. Ну тут что-то добывали явно, как раз. Может, это золото какое-нибудь? Непонятно. Ну, вряд ли прям такими огромными масштабами золото-то. А почему называется гробница искупления? Смотри. Деревянные. Деревянные, да. Катили что-то для по тачек. Ним? Ну, тут рудник какой-то. Явно. Хорошо так завалили. Да нет. Там что-то сверкало, да, вон, да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Мы тебя видим. Что-то есть. Серьезно, что ли? Ага. Туда-то нам и надо. То есть нужно какую-то телегу взять и прокатить. Чтоб сломало. Думаю, да. Давай-ка карту глянем. Это где это? Это ниже еще? Не пойму. Наверху, наоборот. Там, где завалено, значит, мы туда попадем. По-любому. А, вон там лестница из-под низа. Ай! Не отвлекай меня. Осторожно. Сейчас посмотрим. Фу, выдохни. Вон, видишь, на второй этаж можно попасть туда. Угу. Как так? Отсюда. Отсюда, я думаю. Видишь тут? Ящик. Ну, я видел. О, то одно, то другое у меня такая. Ну, по порядку же. Ты сразу увидел цель и побежал, все мимо проходишь. Привязанная к кожаному ремню, чтобы получилась петля. Украшения им были не нужны. Угу. Ты же мне говоришь, я сразу туда. Должен быть способ смотреть. Повернуть платформу. Должен. О, перепрыгнуть, что ли? А, вот эту платформу. Документ. То есть, понятно, нам ее надо развернуть. Сейчас. О, здравствуйте. Ух ты. А если покручу? Вот. Ага. Я пока просто зацеплю, я туда не полезу. Это чтоб я не истериковал? Теперь я смогу толкнуть тележку. Ну то, чтобы никто не там истериковал. Там документы возьми слева, на полу. Я знала, что рискую. Рано или поздно городская стража должна была меня поймать. Днем мы сбиваем руки в кровь, добывая золото и другие руды, чтобы обогатить Китиш. А по ночам нас заставляют молиться, выпрашивать прощение у Бога и пророка. Они надеются так спасти наши души, смыть наши грехи. Когда надо, я истово отбиваю поклоны. Когда напоминают о моих грехах, притворяюсь, что раскаялась. Но как только меня освободят, я буду снова предаваться наслаждениям. Фью. Нормально. В колодках смотри. Да. Карта, да? Их заставляли молиться. Угу.
Ну, понятно. В принципе, что это за место. Реликвия где-то там. Документ. Это уже там за стеной, да. А реликвия... Ну, куда мы сейчас поедем? Угу. Не, давай мы сейчас сначала вот это спустим. И давай, Лара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда ты идешь-то? Ой. Ой, ты больная. Сойдет. Грубо, но действует. Нет бы вот отсюда смотреть, вот за эту штуку держаться там, я не знаю. Она подходит к самому краю. Здесь все разваливается, она идет вперед. Я, главное, я управлять не могу, у меня паника. Грубо говорит, но действенно. Лара, у тебя все время так. Не всегда действенно, но всегда грубо. Вот это теперь надо как-то. Зачем? Нам не надо это. Я просто смотрю платформу опять. Или какая-то. Надо будет. Похоже, надо будет что-то сделать. Сейчас посмотрим. Ну, там еще наверх был подъем какой-то вроде, нет? Пара игральных костей. У солдат были такие, но эти выглядят более изысканно. Ну, прикольно сделано. Круто сделано. Согласен. Скрытая информация где-то. Я пытаюсь найти. О. Стоп. У этой почти на всех гранях шестерки. Точно. Я что-то сначала внимания не обратила. Я тоже. Я больше разглядывала, как у тебя самые блямбы сделаны. Угу. Шулеры. Если покручу. А, цеплять надо за что-то. Она там за что-то зацеплена, эта штука. Смотри, ага. Раскручивается. За что, наверху, что ли? Лифт что-то? Вот это. Слушай, возможно, ну-ка покрути-ка еще. Так я крутил, оно не работает. Или там надо наверх слазить, зацепить как-то? Ну вообще нет. Попробую подольше покрутить. Или в другую сторону. Нет? Нет. Вообще никак. И так никак. Но вообще похоже на лифт. Похоже. А это куда? Просто наверх? Еще наверх. Там, возможно, надо как-то перецепить. Вот. Нам надо спустить теперь. Ай, по дереву прям. Сразу такая земля появилась. Щепки должны быть. А, ну я понял. Теперь здесь все сломать надо. Ого. Механизмы такие вообще. Теперь крутим платформу саму. Получается. Есть. Она у нас нужной стороной, кстати, сразу. А где мы там стоим? А, там деревяшка. Да? Ну да.
Понял. Не все так просто. На 90 градусов разворачивается она. Ну, ее надо обратно теперь повернуть, получается. Угу. Вот так. Хитро, хитро сделано. Что-то... Не в ту сторону, что ли, получается? Как-то не в ту сторону. Надо было на 180 градусов ее вертануть. Ну-ка, с той стороны подойди. Будем надеяться, что все не обрушится. Ну или так можно, да. Успеешь отскочить или нет? Да не, я думаю, просто тут места мало. А, да. Точно. Все. Упор мешался, да? Угу. То есть ее пофигу, какой стороной было. Ясно. Куда пошла? Попрыгали, да? Надеюсь, этого хватит. Я не рано упрыгал-то? Рано. Почему нет? Рано? Нет. Тайник это... Погоди-ка. Где-то наверху. Это далеко он, далеко. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город порождает преступность и падение нравов. Многие считают, что грешников следует казнить, однако пророк и слушать об этом не хочет. Он твердо верит, что человеческие пороки исправимы. Поэтому мы сохранили грешникам жизнь, в надежде, что тяжкий труд и молитвы их исцелят. Я не разделяю убеждений пророков в спасении заблудших, но так они хотя бы работают на благо города и тех, кто пострадал от их рук. Угу. Тела, кстати, лежат. Или это статуя? Что-то не пойму. А статуя? Статуя, да. Вроде. Да я все руду смотрю. Особенную. Давайте что-нибудь очень-очень крутое. И очень полезное. Да. Манускрипт 10 века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки. Ну-ка, ну-ка. Во-во-во. Геолог. Знание геологии позволяет успешно добывать хромовую руду. Ага. Вот. Теперь сможешь вот эту блестящую ерунду собирать. Наверное. Ну-ка. Так это, наверное, не хромовая? Или хромовая? Ну, я думал, что у обычной руды будем собирать эту штуку. Новую. Странно, или она как-то должна по-другому выглядеть? Я могу как-то потратить этот... Что у нас там? Ну-ка, потратил. Так это вроде простая. Простая, да, собралась. Нет, простая. Ну тогда я пока не понимаю, что нам это дает. А вот здесь у входа еще была какая-то всякая. Тоже простая, да? Угу. То есть там будут какие-то кучки отдельные, получается? Не знаю я. Не понимаю.
Фу. Он так светится. Не, это совсем где-то наверху далеко. Далеко-далеко. Не, я имела в виду руду. Стены вот эти вот все. Ну ладно. Не очень понятно пока. Ой, нет, прыгать не буду. Здесь, по крайней мере. Нам наверх, получается, на выход. И все-таки непонятно. Ты про руду? Да. Знания получили, пользоваться пока не можем. Я так понимаю, ну то есть я как понял, что мы из обычных жилок сможем дополнительно добывать вот эту хорошую руду. Mm. Ну так получается, что нужно тратить тогда эту, чтобы была возможность что-то добывать еще. Ну, у нас просто лимит, как бы. Ну так я специально потратил проверить, но видишь, ничего не получилось. Поэтому теперь я не знаю. Угу. Выбрались обратно. Я не знаю, как это произошло. Лара под ноги не смотрела. Хорошо. Даже спорить не буду. Ну, а я никак не могу повлиять на процесс хождения по бревну все равно. У меня там только одна кнопка. Жми вперед, называется. Далеко как. Все, выбрались. А нам нужно этот вон наверху. К тетке сходить, которая нам. Точно. Ну, деньги, которые сдавать. Да. А что она там нам обещала, я уже забыл. А я тоже не помню, она нам деньги дает за это. Деньги, точно, деньги дает. Радуга, радуга. Радуга? Ну, только что была, да. Радуга. От воды, видимо, от брызг. А, вот здесь от водопада? Да. О, видишь? О, точно. Твой отец. Он вернулся из башни? Прошлой ночью пришел с Ряхова. Ничего не в себе, но ран нет. Чудо, что столько не удалось выжить. И за это опять надо благодарить Лару. Кланьтесь мне. И патроны подносите, и византийские монетки. Так, у тебя это началось опять. Это неконтролируемо. Кто там на канале, тот поймет. Все нормально. С возвращением. Итак, ты побывала в одной из гробниц. Не в одной. Но, кажется, я нашла не все. Ты нашла еще один секрет. Что ж, у меня есть еще монеты. А еще? Ну, какая-то пауза затянулась. Все, что ли? Она нам за одну только дала. За две? Нет? Или за одну? Я не поняла. Сейчас войдем, выйдем. 30 штучек за две гробницы? Да мы там у коленок
набили. Зеленки на 30 монет набрать, да. Сколько требуется? Эх, ну как-то несерьезно, 30 монеток этих. Ну мало. Да. Гады. А где еще гробница? Давай, мы вроде маяк везде побывали. Аварийный возьмем. Нет, разве? Или что там? А, это монетки, понятно. А вот здесь, да, можно взять монетки. А маяк там остался? Нет, маяк там не остался. Маяк там, он не там. Он наверху, на поверхности. А, куда мы забраться-то не могли? Да-да-да. Это склеп. Или пещера. Я не знаю, что это. Склеп вроде внизу был. Это мы отсюда пришли, наверное? Нет? Нет, нет, нет. Подожди, я руду увидел. Вот она. А, ну-ка, ну-ка. Ой, под ней что-то или что? Хромовая руда. А что там светилось-то? На стене. Где? Ну, склеп. Это вход в склеп. Мы там были. Да-да-да. Кстати, возможно, там есть смысл, конечно, побродить. А что там? Руду пособирать. Да руду-то можно везде пособирать, она вон. Не, ну она какая-то хитрая. Как грязь. Попадается везде. Не, ну все, я не полезу туда. В ту пещеру надо сплавать. Там наверняка руда хитрая. Есть еще. Ну тебе и охотиться надо, и руду надо. Ну да, ну короче, я думаю, что всем этим собирательством я уже за кадром тогда позанимаюсь. Вот. Мелочевка вот такая вот. Она трудоемкая, как бы времязатратная, но при этом нужна исключительно для крафтов. Там он на кабанчиках, надо поохотиться еще. В общем, есть чем заняться.